Устав муниципального образования города Димитровграда является на сегодняшний день основным документом, определяющим полномочия администрации города, городской думы, главы города и главы администрации. Этот документ на сегодняшний день является самым изменяемым из всех нормативных правовых документов. Это связано прежде всего с постоянно изменяющимся законодательством федерального и регионального уровней. На этот раз изменения касаются приведения норм устава города в соответствии с действующим законодательством и устранения ряда технических ошибок. Федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления было внесено 6 изменений. Все изменения необходимо отразить в тексте устава города. Все пункты изменений были озвучены на публичных слушаниях. Жители задали ряд вопросов. Я вот поднимал несколько раз вопрос об экологической обстановке в нашем городе. И до сих пор он не решен. Этот и другие вопросы были направлены в уставную комиссию для рассмотрения. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Наше время.